внимание. И дан старт большому краснодарскому призу дерби. Ну что же, как мы и ожидали, Angelic Music вырывается вперед, но кто-то должен из братьев краснокутских ему мешать. И это будет Тор. Тор под седлом Магомеда Капушева выходит вперед и возглавил скачку в повороте. На втором месте Angelic Music, третьем Gold Slam под седлом Мирзабека. Далее за ними идет Атлант, полевой стороной Китен Джаз, по бровке Сердин. Дальним полем Айдамир Шегушев и Кингбой. Там же Юрий Кулинич и Вестерн Пойнт, венецианский купец. И замыкает Анзор Альбердеев и Спешл Темп. 25,8, но едут-то резво перед трибунами. И ведет Тор. Тор ведет. Angelic Music вторым, Китен Джаз третьим, на четвертом месте тут же Голд Слэм. Полевой стороной венецианский купец вывозит Гусейна Гусейнова на четвертое место. Лошади входят в правый поворот. Скачку ведет Тор. На втором месте идет Angelic Music. На третьем месте Анатолий Передерий сдерживает Китен Джаза. Рядом с ним Gold Slam. Полевой стороной Атлант и венецианский купец. 35-то едут-то прилично при выходе на противоположную прямую. И скачку продолжает вести Тор. Его преимущество составляет где-то 3 корпуса. На втором месте Angelic Music. На третьем Китен Джаз. На четвертое выезжает Кингбой. Пятым венецианский купец. Далее Gold Slam, Сердин и Western Point. Ну что же, начинает немножко увеличивать скорость Мирбек Мамуров на Angelic Music в погоне за лидирующим Тором. За ним тут же Китен Джаз. Китен Джаз идет здорово. Рядом с ним полем Кингбой. Анзор Альбердиев уже показывает хлыст Спешл Темпл и пытается подъехать к лидерам. Скачку ведет Тор. Отпал Angelic Music. Angelic Music пошел назад. Gold Slam пошел назад. Скачку ведет Тор. На втором месте Кингбой. На третьем Китен Джаз. Вестерн Пойнт выходит на четвертое место. Продолжает лидировать Тор при выходе на финишную прямую. На втором месте Китен Джаз. На третьем Китен Джаз. На четвертом тут же Юрий Кулинич и Western Point. Western Point сейчас выходит на третье место. Скачку ведет Тор при выходе на финишную прямую. Тор лидирует. На втором месте Кингбой. И тут же бросок делает Western Point. А по бровке Китен Джаз. И там же Gold Slam под седлом Мирзабека делает бросок. По финишной прямой лидирует Тор. На втором месте Western Point. И тут же идет Gold Slam. Gold Slam валится в бровку. Последние метры дистанции. Тор, Gold Slam. И тут же Western Point. Gold Slam. Gold Slam вырывается вперед. И Gold Slam выигрывает дерби. Тор вторым. На втором месте скачку закончил. На третьем месте скачку закончил.